Здравствуйте, дорогие зрители! В сегодняшнем видео мы вместе с вами порисуем вот такой вот простой закат масляными красками. И для рисования я буду использовать масляные краски, которые предоставлены для сегодняшнего урока компании GAM, за что большое-большое спасибо! Буду также использовать уже готовый фон. То есть здесь уже нанесен цвет масляными красками, оранжевый, некоторое время назад. Перед тем, как на нем рисовать, я протру ретушным лаком или можно тройником, например, протереть и буду наносить следующий слой. Для удобства вы также можете использовать или уже готовый фон, или, например, акриловыми красками сделать фон, потому что быстро высохнет. Ну или вообще, может быть, только сейчас как раз-таки приступить к фону. И можно подождать немножко, а можно сразу начинать. Здесь выбирайте сами, как вам уже будет удобно. Я буду использовать ограниченное количество цветов. Это будет белый цвет для солнца, немножко желтого также для солнца. Или, может быть, какие-то облака можно добавить. Но я специально не буду ничего больше в фон добавлять, для того, чтобы легко было наносить темный цвет по яркому фону, чтобы не высветлялся этот темный цвет. И для разбавления я буду использовать льняное масло, для разбавления масляных красок. Солнце вы тоже можете, то есть вот это только лишь какая-то такая отправная точка. Вам не обязательно все то же самое делать. Вы можете солнце показать больше, например, по форме, куда-то другое место, в другом месте расположить это самое солнце. Можете еще каких-то деталей добавить. А может быть, вам сейчас вообще идея немножко иная пришла. Лучше реализовывайте свою идею. Также можно в край добавить немножко желтого цвета. И теперь самое интересное – это добавление тонких длинных травинок. Для этого я даже переверну свой планшет с листом и буду в перевернутом виде их набрасывать. Также мне пригодится супер жидкая краска. Я буду использовать темный цвет. У меня это, например, индиго. Ну, я, наверное, даже с чем-нибудь смешаю. С чем-нибудь, например, можно подходящим по цвету к цвету фона. Ну, тот же темно-красный, например, добавлю, чтобы... Или оранжевый, коричневатый, можно еще синевый какой-то добавить, чтобы темнее получался цвет. И буду вот таким вот цветом. Главное, чтобы белый сюда уже не вмешивался, чтобы это был супер контрастный, хороший, насыщенный цвет. И непрозрачный, да, то есть мы его разбавляем, но не до супер прозрачного состояния. И начинаем набрасывать множество тонких линий, ведя линию за пределами. Начиная вести линию за пределами холста или листа, например, как у меня. И разной длины. Например, здесь возле солнца я сделаю покороче. И справа будет подлиннее. Или можно тоже разную длину просто показать. То есть, смотрите, если удобно, вы можете в перевернутом виде, конечно же. Если удобнее так вести линию, чтобы вся картинка перед глазами находилась, то вы можете вести и вот таким вот образом линии, набрасывать линии травинок. Дерзайте! И может быть у вас здесь появятся какие-то камышики, какие-то такие метелочки, то есть что-то появится еще, показывающее дополнительно эту растительность.
То есть не просто травинки, может быть, а будут какие-то еще дополнительные элементы на этих травинках видны. Может быть, какие-то такие точки появятся, вот такое скопление. Может быть, вот такие мазки, линии. И, конечно, еще один возможный элемент, который здесь будет очень-очень кстати, но смотрите уже по своей ситуации, будете добавлять, не будете добавлять. И перед тем, если решите, что будете добавлять, и перед тем, как идти на картину, лучше протестировать где-то на черновике и не раз, и посмотреть, чтобы у вас тонкие линии получались вот этих чудесных элементов. Называется элемент птичка или даже две птички, да, чтобы линии получались тоненькие, краска нужной консистенции была. Потому что если будет густая, то сложно будет провести тонкую линию. И тогда уже добавляйте, скорее всего, актуальнее будет где-то на фоне солнца, к примеру, маленькой тонкой кисточкой, несколько раз протестировав на черновичке. И дальше можно себе помочь пальцем придерживать, опираться рукой на палец или второй рукой поддерживать. И на этом можно будет заканчивать. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. Рисуйте и будьте счастливы. До встречи в новом видео. Пока-пока.